Тоже очень интересный вопрос, который мы хотели бы зацепить. Также спрашивает один из участников, какие условия для членов семьи, подающего на грин-карту? Условия такие же. То есть вы идете как основной человек, а семья идет хвостом. Если вы подаете, находясь в США, всем на какие-либо там категории виз, грин-карт, то и семья тоже получает разрешение на работу, если на грин-карты подаете, здесь пребывание, то есть все те же, практически все те же поблажки, все те же условия, что и для основного человека. То есть супруга работать может по этим визам, дети до 21 получают возможность с вами. Ну ехать. Да, по визе, если дети не смогут работать, допустим. А вот по грин-картам все одинаково получают разрешение на работу, разрешение на выезд. Супруга сможет работать, ну там дети, смотря какой возраст, но семья эмигрирует вместе с вами на тех же условиях. Спасибо большое. Так что не переживайте, ваша семья будет с вами.